очищенный. Еще только-только, наверное, снег растаял. Все валяется после зимы. Еще скоро службы начнут чистить здесь все. Оно красиво начинается. Листья зеленеют на деревьях, свежие новые. Мясо, колбаса. Будет у нас шашлычок. Обяд. Так, надо обязательно чуть-чуть масочку подливать. Масло это. Проводник соль.
шашлычок замариновали. Сейчас овощи замаринуем. Лучок, болгарский перчик, цукини, грибочки. Замариновали овощи наши. Сейчас полчасика им будем жарить. Сейчас прибежит, скажет: медведь меня там укусил. Нет. Как думаешь? Кугера видел, скажет.
Шашлычок почти готов. Ну что, нет, ну почти. Да. Супер. Малевка удалась. А зачем тебе наушники? Чтобы съемка не было. Видела, как далеко я закинула? Сейчас будет еще. Мама, ты... Видела, как далеко я кидаю? Да. Все нормально все? Да. Да. Ничего не слышно. А сейчас? Не слышно. А сейчас? Нет. Слышно? Слышно. Сколько тебе так? Пойдет? Да. Пошли.
Кто стреляет следующий? Я! Андрей! Давай, только один раз, давай. Нажмешь Ну как? Мама следующая. А мне это мама. Вот, развеялись чуть-чуть, отдохнули. Покушали. Шашлычок пожарили, все такое. Понаслаждались природой. Как говорится, отвели душу природой. Будем собираться обратно в дом наш. До скорой встречи, как говорится, на этом месте. Классное место, мне тут нравится всегда сидеть, отдыхать, костер жечь, стрелять иногда. Кайфово. Моих самых любимых человек. Сын и жена. Только-только начинают листики распускаться на деревьях. Вот. Цветочки тут какие-то есть. Выросли. Паратники. Красотища. Ну, до свидания.